2 года назад ТНТ изобрел климатическое оружие, способное превращать февральский дубак в жаркое тропическое лето. Этой зимой ТНТ применит его во второй раз. Резкое потепление начнется уже 5 февраля в 20:00. 4 девушки и 4 молодых человека при поддержке продюсера Тамары и админа Куня продолжают выживать на необитаемом острове в Индийском океане. Отпуск явно затянулся. Участники больше не думают о побеге, несуществующем реалити, а хотят поскорее покинуть проклятый остров и вернуться домой. На их счастье, на остров прибывает организатор реалити-шоу, который планирует доставить героев обратно в Москву, но попадает в руки местных пиратов. Эвакуация участников реалити откладывается. Ребята высаживаются на новый остров. Они разделяются на группы, чтобы обеспечить себя всем необходимым. Мила и Гера отправляются на осмотр острова и неожиданно для себя сближаются. Лёша и Оля остаются, чтобы развести костер, и оказываются в смертельной опасности после встречи с одним из обитателей острова. Надя и Марго отправляются за едой и узнают Костю с новой стороны. Тем временем генеральный ворует у Степашки на телефон, чтобы вызвать помощь. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.